Уважаемые благовещенцы, в прошедшие два дня весь юг Дальнего Востока, Амурская область, в том числе и Благовещенск, находились под властью мощного циклона. С разной интенсивностью снег шел практически не переставая. Принес много проблем как пешеходам, так и автомобилистам. В этих условиях наши коммунальные службы работают на максимуме своих возможностей. Круглосуточно и без перерывов. За что им большое спасибо. В таком режиме они продолжат работать всю предстоящую неделю, чтобы полностью устранить последствия снегопада. Вместе с тем обращаюсь к руководителям организаций и учреждений разных форм собственности, руководителям управляющих компаний. Прошу организовать уборку территорий, находящихся в зоне вашей ответственности. Снега очень много. С вашей помощью мы приведем город в порядок быстрее. И, конечно, уважаемые благовещенцы, будьте крайне внимательны и осторожны на дорогах и тротуарах. Мы, в свою очередь, в кратчайшие сроки справимся с последствиями этого снегопада.